Здравствуйте. Я Галина Лебедева, косметолог с 20-летним опытом работы. И как минимум 10 из них я работаю на препаратах компании Кроме, которые приобретаю в компании Корнеаль. Почему меня привлекают именно препараты Princess? Ну, потому что это очень короткая линейка. Да? Три препарата. Ревитализант, филлер и волюмайзер. Многие считают, что большая линейка в 5-6 препаратов дает возможность работать индивидуально. Здесь же плюс состоит в том, что вам не нужно перегружать объемами закупок, но у вас есть возможность, во-первых, комбинировать эти препараты, при том вы можете комбинировать филлер и волюм, да, в одну инъекцию. И в принципе работа этими препаратами может быть тоже быть комбинированным. Некоторые считают, что, допустим, Princess Volume можно работать, допустим, только, да, интердермально, в глубоких слоях дерми, и все. На самом деле Princess Volume мы можем работать и субпериостально, и мы можем работать с глубокими морщинами. То же самое мы говорим про Princess Filler, потому что мне он очень нравится, особенно в работе, в технике бланширования, когда мы работаем с поверхностными мелкими морщинами, достаточно мягкий препарат. И то же самое можно сказать про Princess Rich, потому что, несмотря на то, что это биоревитализант, мы можем его использовать как папульно, интрадермально, так, в принципе, и техника ретроградной, и также я сейчас использую технику при помощи конюли биоревитализации. Да? То же самое вы можете делать именно и филлерами, то есть можно работать и, опять же, техникой конюли, можно работать в технике и с иглой. Поэтому здесь оптимально то, что препарата в линейке всего 3, но при этом работая в различных техниках, у вас есть возможность корректно получить оптимальный результат и потом комбинировать, в принципе, все эти три препарата в одной процедуре. Почему я и выбираю препараты Princess компании Кроме Корнеаль?